У природы нет плохой погоды. Несмотря на расхожее выражение, сегодняшнее ненастье доставило жителям Пушкинского определенные неудобства. В частности, в Ивантеевке упавшее дерево на некоторое время парализовало движение неподалеку от жилого комплекса «Пушкарь». Однако коммунальные службы оперативно устранили последствия непогоды. Как только ветер и дождь поутихли, дерево убрали с проезжей части, а движение восстановили. Но несмотря на то, что ливень закончился, следует соблюдать осторожность, не подходить близко к металлоконструкциям и деревьям. Ранее МЧС предупреждала, что с 15.00 до 22.00 20 июня в Москве и области ожидаются гроза, ливень, град, ветер с порывами до 23 метров в секунду, а также есть вероятность формирования смерча.